Красноярцев возмутил водитель автобуса, который объезжал пробку по встречной полосе. Видео этого маневра очевидцы опубликовали в одном из пабликов в интернете. На кадрах видно, как маршрутка, двигаясь по улице Железнодорожников, в какой-то момент пересекает двойную сплошную, чтобы проскочить затор на светофоре и на приличной скорости поворачивает в сторону проспекта Свободный. Такое поведение вызвало шквал критики у пользователей интернета. Некоторые иронизировали по поводу выделенных полос, другие требовали лишить водителя прав. Это, кстати, вполне реальная перспектива. Как пояснили в ГИБДД, за подобное нарушение предусмотрен штраф от 5000 рублей или запрет на управление транспортным средством на срок до полугода.